Всем подписчикам большой привет и всем, кто интересуется сохранением, поддержанием своего здоровья, пришедшими на мой канал. Сегодня поговорим об одной очень важной сейчас в период осенне-зимней процедуре, как промывание носа. Промывание носа – это процедура, которая убережет вас и зачастую вылечит от приобретенных каких-либо инфекций в период разгула ОРЗ, насморков, гайморитов, синуситов и отитов. Сейчас представлено в аптеке соответствующее устройство Dolphin, так называемое. Оно доступное и достаточно дешевое. Это устройство представляет из собой пластиковую такую емкость на 250 миллилитров для взрослых и есть по 125 для детей, которая заправляется растворами, раствор штатных, который входит в комплектацию, это солевый раствор, содосолевый раствор с добавлением лекарственных препаратов солодки и ромашки. Они входят в комплект этого Dolphin'а и могут применяться для этой процедуры промывания носоглотки. Как это дело осуществляется? Вы в этот самый пузырек Dolphin, он пластиковый, 250, наливаете примерно 240 миллилитров воды, кипяченой воды, остуженной до температуры тела 36, он 250 миллилитров, и в него высыпаете вот этот самый пакетик соли. Ну, здесь соль в смеси с другими компонентами, это раствор солодки и ромашки в сухом виде. Затем я добавляю сейчас, уже проверено на практике, на моей достаточно долгой, немножечко противопротозоидного средства, так называемого метронидазола, или же еще трихопул его название. Он есть в растворе. Это так называемый раствор метрогила. Метрогил – это уже готовый раствор этого самого метронидазола. Добавляя его буквально на этот флакон всего лишь 10 миллилитров. Тут есть деление в этой упаковке. 10 миллилитров этого раствора метрогила. Тут есть шкала, по которой это легко отследить. Здесь получается примерно 50 миллиграмм метронидазола в пересчете на раствор. Выливаю все это в это самое устройство Dolphin, закрываю его. И вот этим получившимся раствором, плотно закрывая, промываем нос. Техника промывания указана на инструкции, но я сейчас покажу, как она осуществляется. Она проводится над раковиной. Нужно наклониться параллельно, значит, полу, то есть наклон должен быть параллельно. И этот флакон подставляется к одной ноздре. При этом рот должен быть приоткрытый. На затаённом дыхании, затаив дыхание, нужно плавно нажимать, и раствор у вас начнет вытекать с другой ноздри, свободной, то есть рот открытый. Так, примерно это нужно сделать в течение, ну, на пол бутылочки вот этой. Это с одной стороны. Затем
высморкаться, открывая рот, ни в коем случае не закрывая рот, и сделать то же самое с другой ноздрой, манипуляцию эту. То есть закрываете ноздря открыто, рот тоже приоткрытый. Он у вас вытекает с другой стороны. Видно, да? Так. И пока не опорожните вот эту самую бутылочку. Она 250 грамм. После этого нужно высморкать нос и затем по инструкции вы должны остатки этого раствора, сжимая этот самый пузырек Dolphin, удалить из носовой полости. Он попадает у вас в гайморовые пазухи в момент промывания, то есть раствор попадает в гайморовые, затекает. И при этом вот этот самый метронидазол, он противопротозойное средство, которое влияет на патогенную микрофлору. В данном случае это у нас простейшие, это все эти жгутики, амебы, трихомонады и другие паразиты, которые он подавляет. Также он против некоторых бактерий, против полезных, кстати, обитателей нашей носоглотки он не действует. То есть он не действует ни на лактобактерии, ни на бифидобактерии, основные обитатели нашей носоглотки. И вы таким образом можете убрать синусит, гайморит и другие простудные вещи, которые зачастую не удавалось убирать лекарственными средствами. Но перед всем этим у вас носоглотка, то есть сосуды должны быть сужены. Если у кого-то забит нос, нужно применить сосудосуживающие препараты, андромиметики так называемые. То есть закапать перед этим нос и потом провести вот эту самую процедуру. Спасибо всем за внимание. Если я кому-то помог, то здоровья вам. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.